Самый большой греческий остров Крит переживает уникальное явление природы. Его накрыла африканская пыльная буря. Поэтому все здесь окрасилось в какой-то фантастический кроваво-красный цвет. Остров стал походить больше на Марс, каким его часто преподносят на фотоснимках американское аэрокосмическое агентство НАСА. Жители острова в большинстве своем остаются дома. Закрыты многие учреждения и все школы, видимость на улицах почти нулевая. Те, кому все же приходится в это время выходить из дома, вынуждены одевать маски, поскольку дышать на улице без этого невозможно и даже очень опасно для здоровья. Вот что говорит об этом греческий ученый-метеоролог. Это очень странный случай для Крита. Такого здесь никогда не было. Лично я не помню подобного. Только подумайте. Концентрация твердых частиц в воздухе сейчас превышает норму в 90 раз. Такого не фиксировалось на Крите ни разу. Причиной бури стало высокое давление, из-за чего началось движение воздуха с побережья Африки. А потому теплые воздушные массы принесли на остров вот эту ужасную красную пыль. На острове Крит сейчас можно снимать уникальные сцены для фантастических фильмов. Если бы, как говорят специалисты, это не было проще сделать, просто используя современные компьютерные технологии. Необычное явление произошло с рекой Параной в Южной Америке. Жители аргентинской столицы Буэнос-Айрес неожиданно заметили, как водоток приобрел кроваво-красный цвет всего за одну ночь. Вода была совершенно нормальной в предыдущие дни. Однако на следующее утро стало похоже на нечто из фильмов ужасов. Первые очевидцы этого явления сразу обратились в правоохранительные органы, а полицейские, в свою очередь, запросили помощи специалистов. В настоящий момент эксперты выясняют причины происшедшего. Анализ взятых в реке проб воды показал, что в Паране нет красителей или токсичных веществ. Таким образом, речь не может идти о промышленных отходах, сброшенных сюда каким-нибудь заводом. Городские служащие предполагали, что в реке могли завестись водоросли, однако и эта догадка не подтвердилась. Местных жителей просят пока держаться подальше от Параны, не купаться в ней самим и не купать здесь домашних животных. Некоторые, наиболее религиозные аргентинцы, уже готовы поверить в настоящее божественное чудо. В то же время исследователи паранормальных явлений строят свои догадки, одну другой фантастичнее. Впрочем, пока ученые не вынесли свой вердикт по этому случаю, говорить о чем-либо рано. Скорее всего, разговоры о Красной реке Паране не прекратятся, даже если окажется, что виной тому все-таки стали сами жители столицы Буэнос-Айрес. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока.